Граница фитнеса нет этого. Его фитнес-центр, штанги, ничего невозможно. Или это лучший снаряд, снаряд наших дедов, наших деды занимались. Это лучший снаряд, который очень удобен. То есть наши гири даже иногда с нами ездят. Мы куда-то выезжаем, здесь. У нас гири в машинах. Мы берем. Гири у нас есть только начинающие работают со слабым весом. Ставят базовую технику. А взрослые работают тоже с весом, с которым и приведет страх. Связки они могут оторваться, и вы просто могли перестать. И никакой пограничной службы вам не светит. Шагина идет набор, погранцы идет, серьезный набор. Выше только фундамент. Это куча лет. А пограничников тоже группа очень высокая подготовка, офицеры сделали. Значит, смотрите, сами мы тренируемся с ребятами, чемпионами Татарстана по гиревому спорту. Мы, конечно, профессионалы. И гиревики, но знаете, базу хорошо готовы. Смотрите, вначале, перед тем, как тренируем, мы фиксируемся. Вот надо размяться. Мальчик, он не размялся или нет, насколько он умел это все. Один вариант размяться. Разминка здесь. Вот разминка идет раз в эту сторону. Корпус 2, учитесь смотреть. Два разминка не управляла. Раз. Качать. Раз. Два. То есть связки. Таким образом разрываем связки. После этого гирю, когда мы ставим, нельзя так ставить. Смотрите. Так. Все движения с весом должны выполняться с ровной спиной. Позвоночник должен быть ровный, и мы встаем ногами. Вот этой базе надо было научиться, мы сейчас в интернете много всякого здесь. Вот наш коллега был без видео, когда здоровый, дружу с командой, вставать, держать, старшего же был. Без уважения, приятель. Как это стоит просто? Роберт. Нормально было бы, если я вам такой? Роберт. Что стоит только эту руку целовать, что ли, да? Что мы, пацаны, привет? Мы живем в России, у нас принято так, что у нас. Вот пацаны не обнаружились, видишь, руки это сильные, крепкие. Смотрите, база. Запоминайте базу, пацаны, смотрите. Есть по короткому циклу движения, есть по длинному. Я сейчас покажу длинный. Вот мы встали, и вот по чуть-чуть подразмялись. Вот это движение дает забросы производить. Значит, спина все время ровная. И вот я делаю заброс сюда. Раз. И положил гиру. Вот я должен так положить, чтобы ручка шла вот по диагонали, чтобы весь вес лежал здесь. Потому что во время выброса, когда я выбросил, гиря должна давить на предплечье, и вставка руки должна быть за головой. Вот таким вот образом, да? Я попытаюсь вам сейчас продемонстрировать это все. Опять я сделаю вброс. Набросим. Когда начинаете тренироваться, надо учиться вот. И набросим. А сейчас показываю просто базовую технику. Делаю где-то раз, два, два, пять. Сейчас никакого смысла. Постараюсь показать, как это делать и качественно. Видите, я фиксирую дыхание. Опять. Оп. Вот видите, я изогнулся и положил гирю сюда. Во время заброса я отдохнул, отсел, подработал гирю под себя и отбросил. Опять раз. Переложи в эту сигарку, начать тренировать слабое. У меня слабое левое. Я прошу. Правое всегда выжму, а левую рукой. Если я устал, я уже не помню. Поэтому всегда начинайте тренировку со слабой рукой. Или свою учебу со слабых предметов. Если ты учишься по химии плохо, например, дави химию, английский, английский, физкультура, да, мысль уловили, да? Человек всегда боится опасности. Пограничник, наоборот, вступает в темноту. Всегда с оружием собакой выходит в темноту. Погранцы ничего не боятся. Вот этот принцип я несу все время в моей жизни. Если я честно поступаю, я никогда ничего не боюсь. Смотрите, с левой руки пошла тема, раз. Эта рука работает на реверсе. Видите, я подсел, я работал ногами. Мы занимаемся боссом,
терапевт занимается. Речь очень важна в нашей технике, и Кирилл напоминает удар. Все боксеры, карате, кикбоксеры. Вот. Кирилл выжимается и вставляется так же самое, как мы бьем удар. Да, докручиваем. Поэтому Кирилл — это основной наш снаряд. Его надо очень лелеять, любить и жаловать. Поэтому вот Кирилл надо заниматься где-то после 13-14 лет. Почему? Вы растете, позвоночник, мягкие связки. Или придавит. Поэтому, взяв маленькую гантель, с гантельки, базовой техникой, будете здоровым мужиком, придут двухпутовые гири и прославите, и ваше тело здорово. Такая история, Фагин. Ну давай, Дэн, покидай, мы сейчас посмотрим. Болеем все равно. Тормозни сейчас и включай автомат, что-то про него.